Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Когда Гюльдем Яман попала в больницу, Джан Яман сразу же приехал в Турцию. Гюльдем Яман, мать известной актрисы Джан Яман, столкнулась с неожиданной проблемой со здоровьем. Джан Яман, любимое имя турецкого телевидения, был потрясен внезапными новостями, немедленно вернулся в Турцию и предпринял шаги, чтобы быть со своей матерью. Однажды Гюльдем Яман заболела, и родственники тут же отвезли ее в частную больницу в Стамбуле. Первоначальные тесты показали, что артериальное давление было повышенным. Серьезность его ответственности за здоровье вызвала большое беспокойство у его семьи и близких. Об этой печальной новости об известном актере Джане Ямане тоже много говорили. Джан Яман, долгое время работающий за границей, ахнул, когда узнал, что его мать занимается его здоровьем в Турции. Известная актриса не отказывалась от своей семьи, несмотря на интенсивность своих проектов. Возвращение Джана Ямана в Турцию оказало большое влияние на таблоидный мир. Приезд мамы знаменитого актера из Италии в Турцию вызвал всеобщую поддержку. Хотя ее семья и врачи разделяли состояние здоровья Гюльдем Яман, молитвы ее близких подняли ей боевой дух в больнице. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Когда Гюльдем Яман попала в больницу, Джан Яман сразу же приехал в Турцию. Гюльдем Яман, мать известной актрисы Джан Яман, столкнулась с неожиданной проблемой со здоровьем. Джан Яман, любимое имя турецкого телевидения, был потрясен внезапными новостями, немедленно вернулся в Турцию и предпринял шаги, чтобы быть со своей матерью. Однажды Гюльдем Яман заболела, и родственники тут же отвезли ее в частную больницу в Стамбуле. Первоначальные тесты показали, что артериальное давление было повышенным. Серьезность его ответственности за здоровье вызвала большое беспокойство у его семьи и близких. Об этой печальной новости об известном актере Джане Ямане тоже много говорили. Джан Яман, долгое время работающий за границей, ахнул, когда узнал, что его мать занимается его здоровьем в Турции. Известная актриса не отказывалась от своей семьи, несмотря на интенсивность своих проектов. Возвращение Джана Ямана в Турцию оказало большое влияние на таблоидный мир. Приезд мамы знаменитого актера из Италии в Турцию вызвал всеобщую поддержку. Хотя ее семья и врачи разделяли состояние здоровья Гюльдем Яман, молитвы ее близких подняли ей боевой дух в больнице. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.